Прошло буквально каких-то пару месяцев, и натуральный фахверк. Силь вупле. А? Шикарная террасочка. Цепи до небес. Ну, данный дом строился в общей сложности, не спеша, так как у нас не было ни сроков, ни заказчиков, да, по данной ситуации, то здесь поменялся. Вот момент, но это вместе там со всеми коммуникациями. Давайте, давайте пройдем здесь внутрь. Снаружи, снаружи красота уже все, да, да, снаружи все понятно. А внутри? Тут у нас еще, да, практически все готово, но, честно говоря, думаю, что мы напольное покрытие плиткой и так далее будем делать по желанию клиента, потому что есть желание у человека, возможно, какие-то другие сетевые галочки. Вот. А здесь у нас стоит кухня. Представим. Да. У нас стоит, да. Вот. Здесь стоит хорошая кофеварка. Из кофеварки. Да, из кофеварки. И коньячку. Мы выходим вот, да, сюда. И выходим уже сюда и имеем террасу. Попили коньячок, поставили чашечку, пошли. Да, здесь у нас, значит, пространство следующее. Здесь карьерная зона. Здесь старинные, очень тяжелые, очень энергоемкие кирпич, который будет накапливаться до большого количества тепла и потом равномерно раздавать его дальше по дому. То есть фактически такой теплоаккумулятор. Поэтому здесь должен стоять камин. Там, где я сейчас нахожу, это, считайте, как диванная зона, которая должна разделять, как одна из идей, то, что мы рисовали, скажем, кухню, столовую и телевизор. Понятно. Вот, журнальные столики и так далее, и так далее. Наверху у нас там есть два варианта. Первый вариант, который вы видите, это, скажем так, антресольная такая зона. Как ее можно использовать, либо это можно, если кому не хватает дополнительных каких-то там площадей для хранения вещей, то можно ее зашить и сделать верхнюю, или сделать антресольку. Либо второй вариант можно использовать очень классно, это сделать ее глубже, скажем, глубиной 52,5 метра и сделать такую там, не знаю, лаунж-зону, либо зону отдыха дополнительно, либо чтобы гости приезжали пользоваться. Да, здесь можно поставить постоянно такую лесенку, по которой можно будет подниматься и, собственно говоря, использовать эту зону дальше. С той стороны там холодный чердак, имеется дверка для хранения всех вещей, лыж, робот и так далее, и так далее, и так далее. Ширина коридора здесь сколько? Метр 62 сантиметра здесь ширина коридора. Предостаточно. Вот. Предостаточно, и вот здесь небольшой такой мы сделали дверь для того, чтобы здесь можно было еще один, все желания поставить шкаф. Ясно. Что у нас слева? Это у нас санузел, совместно санузел, который непосредственно тут помещается все, и для горячей воды более. И главное, есть окно. Да, и если посмотрите внизу окна, есть выход канализационный для того, чтобы здесь поставить ванную. Ну и насколько здесь красиво, да, вот, смотреть, да, как встречать бы... Встречать гостей. Встречать гостей. Всем привет. Сколько здесь квадратиков? Честно говоря, не помню. Где-то около 6, да. 6,5. Справа. Это комната, вот, спальня уже, здесь 12,5 квадратов. Тоже, вот, тоже здесь кошечки. Одно небольшое окошко. Также эта стена, ну, когда у нас там досок, мы ее скроем, сделаем не мокрый эффект. Также она и будет и выглядеть. Это кирпич ручной формовки, он очень красивый, дотерся. Вот, скроется специальный. Это та же стенка, которая нагревается. Да, это та же стенка, которая нагревается, поэтому здесь, в принципе, отапливать вообще, наверное, не нужно. Будет самое теплое. Угу. Так.
Вот. Дальше такая же 12,5 квадратных метров, но уже немножко... Еще одна спальня. Да, но здесь больше света за счет того, что у нас имеется угол стеклянный. И эта комната, она получается более, как бы, скажется, просторнее и более светлее. А куда кровать рекомендовано ставить, если учитывая, что здесь у нас выход? Ну, вот. Смотря какую. Вот. Можно поставить сюда, если там полутора спальня. Угу. Вот. А можно поставить сюда, если одна спальня. Вот. Ну, тут... И наблюдать цветение вишни или сакуры. Да, здесь у нас дикая вишня, дикая груша растет под окном. Вот, она здесь родилась, она здесь растет, мы ее не трогали. Только так облагородили все. И еще одна комната, которая может, у нее тут может быть аж три направления, как она может использоваться. Либо это кабинет, либо это гостевая комната, либо это гардеробная комната. Вот, потому как здесь имеется достаточно интересная ниша, и где можно это все это действие хранить. Опять-таки, очень хороший угловой обзор. Два окна, поэтому она всегда светлая. Вот, в данной ситуации. Ну вот, в принципе, ниша для шкафа перед входом, понятное дело. Сделано, там можно было сделать разные раздвижные системы и так далее. Если очень много по нему поднимается вопросов, здесь точно так же можно сделать таборную систему, если у кого будет такое желание. Вот, точно так же ставить сюда балку, поставить здесь вторые двери и сделать какую-то тамбур. Вот. Но так как двери утепленные, хотя они металлические, но не теплые, поэтому мы пока не видим смысла их доставить. Дом практически полностью готов, осталось там поставить розетки, мы не должны, я так понимаю, ставить какую-то цветовую гамму. Постелить пол, он входит в стоимость, и просто нужно клиенту выбрать цвет, а возможно закончить плитку, а возможно закончить ламинат, либо террасу, либо ламинатную доску, это уже такой вопрос. Вот. И, разумеется, почему не стоят там комнатные двери, то есть они тоже, я так понимаю, должны стоять в цветовой гамме, допустим, самого пола. Все остальное, стены полностью выкрашены, готовы, потолки готовы на все 100%, да? Вся наружная часть готова. Осталось это все, в общем-то, чуть-чуть довести, я думаю, неделя приблизительно не спеша, это все можно сделать. Ну, добыть, поснимать на клей. Собственно, стандартное совершенно положение. Ну, большое, большое получилось пространство. Здесь однако. 32 квадратных метра. Плюс 4 здесь, то есть, ну, вот это пространство 32 квадрата, это вместе с комнатой. То есть для домика, скажем так, на 4 человек, один взрослый, двое детей, да, взрослые дети, то я думаю, что этого дома вполне достаточно. 32 квадратных метра, зал. Здесь второй свет, здесь высокие потолки, здесь большой объем воздуха, здесь находится, скажем так, я думаю, удобное место всей семьи, где будут проводить. Спальня по спальне, там, наверное, будет читать, отдыхать и спать. А вот здесь, благодаря тому, что здесь прекрасно видит и на лес, и плюс надо озеленить территорию потихонечку, если посмотреть, там очень большой лес. Вот. Тут достаточно гармонично и красиво, но в то же время этого места совершенно не видно с дороги. Мы поставили, вымерили там заборную часть для того, чтобы здесь проезжающие даже высокие автомобили не задерживали. Общая площадь дома 80. Ну, скажем так, 87-89. Mm-hmm. То есть это смотря как считать, какие зоны включать, какие не включать. Понятно. То есть вот так вот чистить. Ок, спасибо большое.